из Германии сложным путем. Швейцария, Германия, Пакистан, привезли Юру. Вот сейчас опять Германия. Его привезли сюда, я просто... У меня до сих пор не укладывается в голове тогда. Мы много спорили, говорили по поводу этой амнистии, по поводу военнопленных, были разные мнения. Мое мнение такое, что в любой войне военнопленный, он не предатель, предателем является Родина, наверное, скорее всего. Этот Юра приехал к матери, и через полгода он уехал опять в Германию, потому что он не мог здесь оставаться. Его не приняла мать. Тогда была такая пропаганда о том, что они предатели, и она отказалась от него. Это в голове не укладывается, но он действительно остался, не остался, а уехал. Мы сделали все, чтобы он уехал в Германию. И по всей вероятности ему там будет лучше, легче. Может быть, сейчас он бы и вернулся, но вот это вот, не знаю, как это назвать. Жуткая история, все то же самое. Все то же самое будет продолжаться до тех пор, пока не разберемся там где-то дальше, еще с Афганом. Что ждет этих ребят, невозможно сказать. Просто двумя словами невозможно сказать. Вообще вот термин «вьетнамский синдром» у нас, афганский синдром или сейчас, наверное, чеченский синдром. Что это? И вообще-то разные вещи, похожие. Синдром, он не имеет значения, какая война. Синдром, он травматический синдром, посттравматический синдром, и его проявления совершенно неожиданны. Известна статистика, в Вьетнаме погибло 58 человек, покончила жизнь самоубийством. 58 тысяч. Покончила жизнь самоубийством вследствие этого заболевания из нормальных, здоровых, вроде бы внешне вернувшихся ветеранов, американцев, 152 тысячи. Многих друзей уже и моих нет, которых я знал, с которыми мы занимались этим движением. Это непредсказуемая вещь. И мне легче. Я прошел через центр реабилитации, который мы сами вместе создавали, и я знаю механизм этого синдрома, как он приходит и как из него выходить. И я понимаю, как это тяжело, когда ты не знаешь, что с тобой происходит, когда в любой момент... Любой посыл может тебя вернуть в эту войну, и, проходя по лесу, вдруг какой-то запах, и все. И ты уже возвращаешься туда, и с тобой происходят невероятные вещи. Вот синдром. Люди кончают с собой. Да, люди кончают с собой. Еще в 88 году мы проводили исследования по Москве, которые, я не знаю, просто канули в лету, они просто пропали. И тогда были жуткие цифры, когда среди инвалидов порядка 80% находилось просто в предсуицидальном состоянии. И все, что потом происходило, никто никогда не считал, не знает, просто не знает. И сейчас мы забыли эту войну, и вот, пожалуйста, вот вам последствия. Пока мы не вернемся к той войне, к тем людям, которые, судьба которых неизвестна, мы не сможем. Мне искренне жаль этих ребят, которые сейчас возвращаются. А что бы вы хотели сказать, как человек, который уже пережил это? Сложно сказать это. У каждого выход из войны индивидуальный, абсолютно индивидуальный. Помочь в этом может только сам себе человек. Есть механизмы, есть люди, которые помогают, выводят из состояния стресса. Но он цикличен. Если я когда-то вышел при помощи доктора Михайловского и потом несколько раз сам выходил из этого состояния, опять же, это не гарантия. Опять же, это не гарантия, потому что это внутри, это невозможно вытащить, я не знаю. Может быть, то, чем я занимаюсь, это вот есть какая-то реабилитация. Может быть, это есть... Воздушные шары. Да, в общем, собственно говоря, все равно, чем заниматься. Воздушными шарами или чем-то другим. Не знаю. Главное найти в себе силы и постараться, может быть, забыть. Забыть это невозможно. Забыть это невозможно. Просто нужно понимать, что в тебе находится, через что ты прошел, и что это далеко не кончилось. Это только началось.